садимся в автобус, на котором сюда приехали, едем в Иваново аэропорт. И должен быть обеспечен коридор, мы из России отсюда вывалим. Часть заложников берем с собой. В Шуе прошли масштабные антитеррористические учения «Циклон-2016», организованные оперативным штабом. Согласно легенде, в среду в 9 утра вооруженная группа захватила здание автостанции с находившимися в нем людьми. Неизвестные, угрожая привести в действие якобы имеющееся у них взрывное устройство и убить заложников, выдвинули политические требования. К месту происшествия были стянуты спецслужбы для проведения первоочередных мероприятий. По решению оперативного штаба была начата условная боевая операция с применением тяжелой военной техники. Силами объединенного подразделения специального назначения боевики были обезврежены, заложники освобождены. Поставленные цели учений, по мнению руководителя оперативного штаба, начальника регионального управления ФСБ России Владимира Трясова, достигнуты.